У вівторок наше місто розірвала навпіл інформація про майбутню загибель футбольного клубу «Дніпро». Заснований у 1918 році, він таким чином міг би не дожити до власного ювілею всього 2 роки. Пристрасті вирують у соцмережах, у транспорті, на кухнях, у пресі. Навіть далекі від футболу люди мають свої версії того, що відбувається. Ми обійдемося без домислів, а задамо запитання людині, яка, власне, дотична до розповсюдження інформації про те, що футбольного клубу «Дніпро» може найближчим часом не стати. В гостях 9 каналу Олександр Скляр, головний редактор неофіційного сайту вболівальників ФК «Дніпро.ком». Олександр, добрий вечір. Добрий. Я уверен, що він добрий, в тому числі, тому що є приємна інформація, на мой взгляд, которая была озвучена несколько часов назад нашими коллегами на 1+1 ТСН. Но все-таки давайте говорить о том, с чего начиналась Родина. И так появляется информация, инсайдерская информация, которую вы распространяете о том, что Ослик под названием ФК «Днепр» не то что захромает, а ликвидируется. Почти готов, да. Почти готов. Откуда это? Ну, смотрите, на самом деле это скорее компиляция той информации, которая накапливалась за последние недели. Мы давно уже все это собирали, как-то обсуждали с коллегами вообще, что с этим делать, потому что получить какие-либо комментарии и от футбольного клуба «Днепр» по понятным причинам, потому что им мало что было известно самим от руководства, от кого угодно, было практически невозможно. Доносились лишь различные слухи, даже более чем слухи от достаточно компетентных людей, и которые связаны там и с Федерацией футбола, и с агентами футболистов, которые, на которых это напрямую касалось, потому что там работают их люди, которых судьба еще неизвестна. Ну и вот по последней информации уже все больше источников начали говорить, что, скорее всего, там практически чуть ли не наверняка в том виде, по крайней мере, в котором мы знаем футбольный клуб «Днепр», он прекратит свое существование. Причина этому многочисленные долги, которые оказались неподъемные, к сожалению, которые, скорее всего, клуб выплачивать не будет только им ведомым причинам. И рассматриваются различные варианты, как в Днепропетровске оставить футбол, либо не оставить его вообще. Вот это как бы главная тема, которая обсуждалась. Ну и на самом деле, собственно говоря, ваша информация стала так называемой лакмусовой бумажкой, потому что появились сразу же на следующий день, то есть мы говорим сегодня, официальная информация о том, что будет с клубом, как. Пусть это немножко пространственно, но сперва начал успокаивать всех господин Стеценко, который рассказал о том, что клуб готовится к премьер-лиге, что все в порядке, 500 человек юридически. Ну, существует. Да, существует, но без главной информации от главного собственника Игоря Коломойского никто ничего не мог сказать. И вот, готовясь к эфиру, могу сказать, что за 2 часа до выхода на ТСН прозвучала информация о том, что я с подовом, с прессой дізнався, что клуб закрывается за моим решением. Вот такая информация от Игоря Коломойского. Еще одна фраза. Підходи треба переглянути. Після поразки нашої команди мільйонерів, команди листонош, йдеться про збірну Північної Ірландії, що джерел чуток про ліквідацію клубу, Коломойський вважає, що за ним стоїть Федерація футболу України. Тобто, називаємо речі своїми іменами, вирішили переложити з больної голови на здорову. Тобто, відвлечь від українських проблем, і з'явилася така інформація, що Дніпр умирає. Як ви це прокоментуєте? Ну, це старий трюк. Я, чесно говоря, розвеселився немножко даже. У мене піднялось настроєння немного. Це старий трюк, він використовується постійно. Это господин Павелко то же самое сказал про прессу недавно, это не мы виноваты, это все пресса виновата. Ну, смотрите, как вот люди, которые со мной общаются, которые меня знают, они не раз слышали от меня очень серьезную критику в адрес Федерации футбола Украины. Я об этом говорю постоянно, в том числе в программе вашего коллеги Анатолия Шинкаренко. Я это делаю регулярно и не подбираю фраз. Поэтому обвинять нас в том, что мы работаем, ну, это просто, это смешно. Но, с другой стороны, если это чем-то поможет делу, я готов это принять. Пускай так, пускай мы от федерации, хоть, ну, я не знаю, там, можно сразу от Ахметова, можно сразу и от Суркис, от всех. Если мы виноваты, но это поможет делу,
Бога ради, мы готовы это принять. Но если серьезно к этому подходить, то ну, Игорю Валерьевичу что-то надо было сказать, и его комментарий, он, как всегда, неоднозначный, но хорошо, что он есть. Хоть какой-то. По крайней мере. Да. Ну вот еще одна фраза, которая мне очень понравилась. Мы зараз шукаємо майбутнє. Так, ми зараз шукаємо вузькі місця і намагаємося зрозуміти, хто винен і що з цим робити. Ну, то есть, ну, искать, как это прокомментируете? Искать виновных, я думаю, не стоит, потому что, по-моему, тут все на поверхности. А как выходить из этой ситуации, это уже интереснее. То есть, ну, самый был бы правильный выход, это, естественно, рассчитаться со всеми долгами, но они, к сожалению, уж очень большие. И я не вправе считать чужие деньги, я не знаю, какая ситуация у акционеров Днепра и так далее, поэтому я эту тему не хочу трогать. А сейчас, я так понимаю, рассматриваются варианты, чтобы клуб, по крайней мере, что-то не платил, я вот так скажу. То есть с кем-то он договаривается, это очевидно. С кем-то старается там найти какие-то свои подходы, но все будет известно в ближайшие дни, потому что буквально сегодня-завтра должен быть какой-то результат по оплате долгов тренерскому штабу испанскому во главе с Хуан де Рамосом. Если этого не произойдет, то с Днепра снимают 6 очков и запрет на переходы футболистов. Насколько я понимаю, я уже, честно говоря, не хочу ничего утверждать, но как это было, по крайней мере, ничего тут, никаких чудес не ожидается, и мы, к сожалению, вот в такой реальности... В такой формат и выйдем. Да, и выйдем в чемпионат. То есть определенное количество футболистов у нас есть для того, чтобы существовать. Как сказал сегодня генеральный директор, с некоторыми футболистами, которые сейчас тренируются с клубом, но не имеют еще действующих контрактов, будут пытаться заключить новые договора, ну и в каком-то вот таком виде участвовать. Ну, перед тем, как появилась информация, официальная информация от Коломойского, Борис Филатов, мэр города Днепропетровска, тоже там в сети Facebook написал о том, что давайте завтра встречаться, пригласил всех там в Белый зал на 12:00, если мне не изменяет память, но сказал без прессы, давайте будем думать. Вот как это прокомментируете? Что ну, вот городская власть может предложить? Ну, я как бы рад, что реакция от них есть. Это уже хорошо. То есть меня немножко смущает, как вообще они могут что-либо сделать. То есть, ну, Борису Альбертовичу, наверное, виднее. Ну, пусть поговорят, встретятся, это все замечательно. В дискуссиях всегда рождается какая-то истина. То есть, если есть там, если придут туда люди, которым есть что предложить, как-то это все это обсудить, то замечательно. Мне пока сложно это комментировать, потому что я не очень понимаю вообще, о чем там может быть разговор, ну, на данный момент. Ну, давайте все-таки абстрагируемся. Представим себе, что средняя заработная плата в Украине там, ну, 5-5,5, ну, по 6 тысяч гривен. А футболисты, и не будем говорить сейчас даже о Днепре, отдельные футболисты получают больше 100 тысяч и в условных единицах да. в месяц. То есть, ну, несоизмеримые цифры. Может быть... И после этого мы имеем Северную Ирландию. То есть люди... Это очень все правильно. Но это очень глобальная проблема, понимаете? То есть у нас это все сейчас происходит природным путем. То есть все равно история расставляет все по своим местам. Не может экономика Украины, которая, к сожалению, сейчас находится в не лучшем положении, вот при этом в параллельной реальности вот, иметь такой футбол с такими... космическими зарплатами, потому что, понимаете, зачастую, вот раньше, наши футболисты были очень сильно переоценены финансово. Почему они все, даже наши первые звезды, оставались всегда в Украине? Вы посмотрите, никто не уезжал за границу. Потому что никто нигде, никто там платить не будет. Здесь нужно в комплексе рассматривать. Во-первых, убирать лимит на легионеров, который совершенно не нужен. Он лишь поднимает эту искусственную стоимость игроков. К счастью, наверное, то, что сейчас происходит, это, конечно, грустно, но это имеет свои положительные стороны. Мы все переродиться? Да, мы все опускаемся на землю. Через это многие проходили. В румынском чемпионате не так давно были раздутые бюджеты, они рухнули, но ничего страшного. Сейчас образовались клубы новые, они как-то живут. То есть та же Хорватия воспитывает огромное количество талантливых футболистов, та же Чехия, имея достаточно средние чемпионаты. Я считаю, нам вполне по силам пройти их путь, там футбол интересный, пусть он, команда не выходит в финал Лиги Европы, но они уверены в завтрашнем дне, они понимают, что сегодня они воспитают футболиста, завтра его продадут, а послезавтра воспитают еще одного. И у них все отлично работает, и они счастливы, мы это все видим. Ну, очень противоречивый день, очень много информации. Наверняка вы общаетесь с теми, кто ну, вот душой и сердцем за Днепр. Вот
мнение болельщиков вот уже же наверняка есть. Да, и я даже могу его очень кратко выразить. Люди готовы поддержать любые действия, лишь бы Днепр остался Днепром. Сейчас всех смущает то, что это будет какое-то иное юрлицо, ну даже не юрлицо, да, а какой-то другой бренд, под который хотят, ну как бы правильно слово подобрать, ну под который хотят вот этот Днепр подстроить, чтобы это было что-то и одновременно Днепр, не Днепр. То есть если найдут какие-то юридические возможности для того, чтобы футбольный клуб Днепр оставался таким, каким мы его знаем, со своей многолетней историей, и никто не смог бы нам сказать, что вы мне можете сейчас рассказывать все, что угодно, но мы знаем, что произошло с настоящим Днепром, нам бы вот этого не хотелось, в первую очередь. А все остальные решения мы поддержим, и мы все готовы терпеть, и мы проходили с командой разные этапы ее и краха, и подъема, так что все будет нормально, по крайней мере, от нас. Ну, будем надеяться, что 2018, столетний юбилей, мы будем встречать с хорошим настроением и под тем правильным брендом, о котором говорим. Ну, давайте все-таки, хотелось бы мнение специалиста в футбольной тематике услышать. Вот что будет с Маркевичем? Да, он сейчас во Львове говорит, мне должны денег, немалых денег за 11 месяцев. То есть, вот будет ли найден компромисс вот именно с мэтром? На данный момент хорошо бы было для всех, чтобы Маркевич ушел. Потому что ему уже будет неинтересно работать в этих новых условиях. Он уже не молодой человек. Он работал в последнее время на топовом уровне. Я думаю, он морально и психологически не сможет перестроиться под новые реалии. Он к этому уже не готов, и это нормально. Тут главное, чтобы главный акционер его все-таки отпустил. Потому что, насколько я вижу, до последнего как-то пытаются за него держаться. Хотя я считаю это неправильно и недальновидно. Надо принимать команду в новой реалии, ставить кого угодно, будь то Дмитрий Михайленко, тренер дубля, или какие-то другие молодые специалисты, но для которых это будет интересно, они будут видеть для себя перспективу, им будет интересно работать с молодыми ребятами, которых можно развивать. И вот если мы этого всего добьемся, будет лучше всем. Если говорить о той плеяде футболистов, которые практически каждый день там пестрит лента, тот ушел, того купили, тот ушел. Вот уже сейчас и про Зазулю заговорили вполне серьезно, что он ПАОК пополнит. Зазуля — это своеобразный тоже такой вот стержень, да? Современного Днепра. Наверняка и вы поддерживаете взаимоотношения достаточно хорошие. Вот что сам Рома говорит по этому поводу? Я могу сказать, что, понимаете, у людей может сложиться немножко неправильное мнение. При всех этих социальных проектах Романа надо понимать, что он в первую очередь футболист. И я могу сказать с полной ответственностью, что он уже не первый месяц размышляет над уходом из Днепра. Это длится уже минимум полгода, а я думаю, что уже и больше. Он просто ждал хороших предложений от иностранных клубов с теми финансовыми условиями, которые близки к тем, которые он имел в Днепре. То есть, вот так. И в ПАОКе он, вероятно, примерно нашел то, что хотел. Ну, дай бог, каждый человек ищет там, где ему хорошо. Конечно. Ну, а мы, как болельщики, будем надеяться, что бренд не умрет, и Днепр 2018, столетний юбилей, возможно, Феникс из пепла. Так, ну, я надеюсь, что ту информацию, которую мы разместили, во-первых, я хочу подчеркнуть очень быстро, что мы не утверждали, вот Андрей Викторович сегодня говорит, что вы там похоронили все дела. Мы не утверждали, что клуб уже мертв. Мы сказали, что высока вероятность, что так произойдет. И я считаю, мы сделали большое дело. Я благодарен всем людям, которые нас поддержали. И вот такой резонанс оно вызвало. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Нагадаю, що в гостях 9 каналу був Олександр Скляр, головний редактор на офіційного сайту вболівальників FK Дніпро.com.